Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, ну, очень срочное сообщение от вашего мужчины. Серьезное намерение у вашего мужчины. Вполне возможно, что собирается он сделать вам предложение. По крайней мере, точно, точно есть, да, серьезное предложение, девочки. То есть и намерения серьезные, конечно же. И хочет он решить вопрос по поводу вашего брака, если вы в браке, да, или же по поводу вашего совместного будущего. Вот. Ну, как-то вот он, я вижу у вас какую-то отстраненность. Может быть, вы не готовы к браку, поэтому он и хочет этот вопрос с вами решить, собственно. Или у вас были ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Но я хочу сказать, что будут от него действия однозначно. И действия именно серьезные, потому что настроен он именно серьезно. И это то самое срочное, что он хочет вам сообщить, то, что он скоро появится. И появится именно с серьезными намерениями. Не знаю, насколько он их озвучит, но намерения у него точно серьезные.